хотел записать видео, как делаю модуль на USB из ноутбучного. Но понял, что ни хера неудобно снимать. Поэтому подумал, что нужно что-то типа вот такого, только на грудь. Как от первого лица, чтобы было. Вот, я подумал, что этот держатель, вот, который на этой трехноге прикреплю к этому держателю, и уже этот держатель, как в заводских вариантах, прикреплю на какую-нибудь пластину, которая уже будет на грудь цепляться. Вот из каких еще там деталей, я думал, что-то можно использовать. Такую вот петлю. Не петли, вернее, да, тут ну, шарнир в двух плоскостях гнется. Подумал, может быть, как-то можно это тоже использовать, но не знаю, пока больше идей на этот счет нет. Торможим. И так это был экранчик от Canon фотоаппарата. Вот такая фигня прикольная. Значит, буду использовать все-таки вот эту штуку. Эту не буду использовать. То есть у меня нужна. Для крепления на тело нужен будет какой-то этот резиночка с защелкой и подтяжки. Это мои детские подтяжки. Я их буду использовать вот на плечи. А резинкой на грудь. К вот от этой штуки возьму держатель для самого телефона, его прикреплю сейчас к этому шарниру. А, шарнир, кстати, от видеорегистратора поломался. Там была липучка такая. Вот она на стекло лепилась. Липучка эта сломалась, и еще сам этот механизм остался. Вот я его прикреплю. А дальше уже буду делать крепление на грудь. Сделал такую пластину, вырезал в ней продолговатое отверстие, вырезал отверстие под сами подтяжки и, в общем, примеряю резинку. В общем, должно. А потом приклею к этой штуке. Вот, подтяжки, значит, у них такие кругленькие крепежи. Как раз под эти вот отверстия я там прикинул, закреплю. Задний крокодильчик будет просто на резинку цепляться и все. Вот так вот защелкивается, держится очень крепко, как будто бы родная. Второй то же самое. Идеально подходит под это отверстие, закрепляется. Вот так вот оно держалось на ткани, а тут как раз типа смазки вставляются, короче, зажимается. Отлично, супер. Так, что там еще понадобится? А, ну вот, в общем, пластину я вот так вот к этой штуке закреплю. Приклею просто, да и все, не буду особо заморачиваться. Цинокрилат возьму, налью, и вот, все готово. Короче, все это я вместе собрал, отрезал резинку, это к ней пришил эти карабин, не знаю, как это называется, защелки, от рюкзака, кстати, старого. Бля, сколько говна всякого, ужас. Ну, в общем, из всего этого трэша собрал вот такую вот конструкцию. Может гнуться тут по-разному, по-всякому, не знаю, зачем это, правда, особо нужно, но как бонус от механизма от этого осталось. Вот сюда телефон засовываться. Приклеил такую небольшую мягенькую штуку, чтобы телефон там лучше сидел и меньше корябался. Вот, ну и в общем вот это вот теперь уже с нее снимаю. Открутил шарнир этот. Я сейчас покажу, как она выглядит на мне. Конечно, пипец выглядит, но на камеру он попадать не будет, поэтому для такого кустарного 5-минутного проекта вполне сойдет. Из всякого говна было собрано, в общем, ничего не стоило. Свои функции выполняет. Отлично. Спасибо за внимание. Пока.